Здравствуйте, мои уважаемые подписчики, мои уважаемые друзья и все те, кто случайно зашел на мой видеоканал. Если кто меня не знает, звать меня Мила, я живу в Аризоне, в Соединенных Штатах Америки. И сегодняшнее мое видео посвящено распаковке новой паре обуви, которую я купила более 10 дней назад в одном из моллов Скоттсдейла, который называется Nordstrom. Я, конечно, посылку уже распаковала, но саму коробку с этой парой обуви я сейчас распакую вместе с вами. Кроме того, я еще похвастаюсь своей новой косметикой, которую я тоже получила, которую заказала на онлайн chanel.com, потому что когда я была в Nordstrom, значит, продавец этого департамента сказала, что еще 6 месяцев у них не будет новых поступлений, поэтому лучше всего пойти на онлайн заказать, что я сделала. Да, я отметила, что на полках косметических отделов не так-то и много осталось продукции, и это все связано с COVID-19, потому что нет шиппингов, нет поставок из Европы, поэтому сейчас многие идут на онлайн и заказывают то, что они привыкли покупать, заказывают онлайн. Ну, давайте приступим. Значит, та пара обуви, которую я приобрела, это бренд Valentino, это новые, они сказали, это новое поступление. Ой, так мне это нравится, я не могу. Ну, поехали. Не знаю, видно меня здесь. Ну, меня-то сейчас не обязательно видеть. Ну что, друзья, сейчас будем распаковывать эту самую Valentino обувь, которая сделана в Италии. Я никогда не делала еще видео с распаковкой, поэтому вы уж меня извините, если и ракурс неправильный, и что-то там не очень красиво получилось, но как есть. Ну, я уверена, что многие... Ну, все, наверное, будем так говорить, ни для кого уже это не новость, как выглядят коробки с итальянской обуви внутри, все они выглядят одинаково, здесь есть запаски для, то есть подбойки, набойки, вот такие вот для каблука. Здесь есть памятка, что из себя представляет эта продукция, здесь есть... тканевой мешочек, если вы делаете travel, очень удобно, положите вовнутрь и ничего не поцарапается, потому что итальянская, особенно итальянская обувь, брендовая обувь, она кожа у них очень тонкая, очень, как говорится, sensitive, и легко можно ее поцарапать. Вот так выглядят они внутри, вот они какие красавчики. Каблучок мне очень понравился, что он и не очень высокий, и в то же время не очень низкий, потому что низкие каблуки, ну, мне не идет низкий каблучок, потому что я невысокого роста, а очень высокий каблук уже, как говорится, не очень удобно носить такую обувь. Так, значит, что мне здесь очень понравилось, кроме того, что это классический каблук, узкий нос, мне очень понравился дизайн бантика. Посмотрите, вот внизу он немножко сделан так, вот как бы золотая каемочка, и когда, значит, женщина идет, то этот бантик так поблескивает слегка, ну, то есть такой какой-то шарм придает. Вот что мне тоже очень понравилось. Я, конечно, их сейчас померяю, покажу вам. Вот так он выглядит. Вот так он выглядит. Вот. То есть очень классический, очень такой, ну, и неброский, и в то же время очень красиво сидит на ноге. Ну вот, я вам, значит, показала пару обуви. И сейчас я вам покажу свою косметику. Вот тут еще второй. Покажу сейчас косметику, не буду задерживать вас на этом.
Ну что, друзья, значит, вот это вот то, что я получила с компании Chanel. Это была упакована в другую коробку. И я сейчас открою коробку, которая была внутри. К этому прилагался такой конверт. И вот такой обратный лейбл, который, если вдруг вы хотите отправить обратно, по какой-то причине вы не хотите оставить эту вещь у себя, то вот это обратный лейбл, который вы наклеиваете опять на коробку и отправляете. Вот как они мне это прислали, мне очень понравился. Выглядит как подарочный какой-то набор, как будто они мне выслали это гифт, то есть подарок. Я это уже, конечно, открыла, все проверила. Ну, проверим еще раз и с вами. Вот так вот это выглядело. Значит, что я заказала? Я заказала себе несколько разных лаков, потому что именно лаки компании Chanel очень мне нравятся. У них, опять же, такие тона, которые подходят мне, моим ногтям. Я иногда сама, значит, крашу ногти, а зачастую я беру свой собственный лак, и когда я иду на маникюр или педикюр, то я приношу свой лак, потому что не всегда мне нравятся те расцветки, которые они имеют в своих салонах. Ну вот, значит, я заказала лак, мне очень нравится, он такой натурального цвета, и так и называется — лак балерина. Сейчас я его прочитаю, потому что я заказала несколько. Вот он. Написано «балерина», вот этот вот номер, 167 номер. Вот такой вот цвет. Он, когда два раза покроете ногти, то цвет очень такой нежный, красивый и натуральный. И в то же время ногти выглядят аккуратно, и они блестят. Вот такой вот цвет. Так, теперь заказала я еще... Protective and Smoothing, то есть когда лак уже, значит, на ногтях, то это, как говорится, окончание, то есть когда покрываете сверху любой лак, и он дольше держится и предохраняет от трескания, предохраняет от быстрого стирания. Вот такой вот, так называется, Protective, то есть защищающий. Теперь, ну, я заказала два. Вот этот цвет мне нравится, он называется Long Wearing Color, Cruise Color, номер 745. На всякий случай показываю, если кому-то понравится этот цвет, вы можете себе этот номер заказать. Вот такой он коралловый, и мне очень нравится и на маникюр, и на педикюр накладывать тоже. Коралловый цвет, он, ну, очень хорошо выглядит на моих руках и на моих ногах. Теперь заказала я еще себе губную помаду номер 112, вот такую, которая называется Hydrating Vibrant Shine Lip Color. Называется этот color The Rose, Eau de Rose. Вот. Мне нравятся shine губные помады, потому что они делают губы более свежими, более объемными, и губы не сохнут. Поэтому я покупаю вот такие вот hydrating помады. Ну, вот так она вот так выглядит. Вот. У меня уже была такая помада. Я уже пользовалась, она у меня уже закончилась. И мне этот цвет очень нравится. Я вообще не люблю яркие тона. Я люблю пастельные тона. И много косметики я не пользую. То есть пользуюсь только для того, чтобы создать более свежий вид там, моих губ, моей кожи. Вот такой вот. Дальше. Я еще купила Natural Finish Loose Powder. То есть это натуральный порошок, которым можно заканчивать любой мейкап.
То есть, чтобы не блестело лицо и чтобы оно казалось более гладким и без всяких пятен. Вот такой вот. Номер 20. Я думаю, что это он только один такой номер. Вот. Как он залезет внутри. Вот такой вот. Открою сейчас. Вот здесь пудреница и находится такой ватный тампончик. Ну, не буду я открывать, потому что я не хочу, она такая очень fine, то есть очень дисперсный порошок, и он может просыпаться. Ну, вообще, я вам показала, как это выглядит внутри. Я обожаю Chanel косметику. Вот, и они в подарок, когда ты на онлайн покупаешь, они тебе предлагают 2 пробника, ты сам должен выбрать, и они тебе присылают это бесплатно. Вот что я себе заказала. Я на протяжении многих лет on and off, как говорится, то пользуюсь, то не пользуюсь, духами Chanel номер 5. Вот пробник они мне такой прислали, потому что сейчас у меня Chanel номер 5 или какой-то другой, надо мне посмотреть, пойти. И я еще заказала себе hand cream, то есть крем для рук. Вот когда я езжу куда-то или в отпуск, или я езжу в другие штаты навещать своих детей, внуков, или мы едем куда-то отдыхать, то вот эти пробники всегда служат, значит, большая помощь. То есть не надо брать большие тюбы, не надо брать большие это самое, объемы, а вот маленькие такие я всегда собираю и беру с собой в дорогу. Так, ну вот это вот то, что я получила из Chanel. Ну, пожалуй, все, что я вам хотела показать. Напишите мне, может быть, что-то вы хотите еще, чтобы я вам показала из того, что я, из того, чем я пользуюсь, может быть, какие-то советы от меня. Ну вот и все. И напишите мне, если вам понравилось такой выпуск, то есть такой, как это сказать, формат видео. Может быть, вам я в следующий раз покажу что-то еще из другой своей косметики. Может быть, даже я поделюсь с вами, какую одежду я покупаю, почему я покупаю и отдаю предпочтение именно этой одежде. То есть напишите мне, я с удовольствием сделаю для вас видео и постараюсь сделать это очень интересно. Ну, а сейчас посмотрите, как новая обувь сидит на моих ногах. Я сегодня одела брюки черные из бренда Eileen Fisher, один из моих любимых брендов. Почему он мой любимый? Если у вас будут вопросы, я могу вам сделать целое видео о своих покупках из этого бренда Eileen Fisher и рассказать о моих предпочтениях в этом бренде. Почему я покупаю вот один из этих брендов? Желаю вам хорошего просмотра, окончания просмотра и до новых встреч. Очень приятно было с вами поделиться и опять очень приятно было похвастаться. До свидания!